На Всемирной универсиаде в Красноярске спортсмены-ориентировщики завершили свою программу гонкой с общего старта на средней дистанции. Заключительный день соревнований по этому виду спорта на трассу вышел кинешемец Сергей Шалин. Призовые места распределились только на финишном отрезке. Представитель нашего региона занял 17 место. Впечатлениями об участии в универсиаде он поделился с нами по телефону. Из Красноярска Сергей прилетит уже после официальной церемонии закрытия соревнований. Соревнования, вообще проведение на высшем уровне, все очень классно. Я ни разу не участвовал в подобных соревнованиях, поэтому в плане организации просто вот зрителей, поддержки, такой трибун. В этом плане вообще все очень здорово, все очень круто. А по поводу моего выступления, конечно, я могу сказать, что недоволен, естественно, потому что я рассчитывал бороться здесь, ну, за как минимум тройку. Вот, но думаю, так как меня поставили только на последнюю гонку, то есть как бы бежал один старт из четырех возможных, вот, возможно, просто перегорел чуть-чуть.